Вот гуманоиды, смотрите, вы же добрые так-то, ага. Вот готовят уже планету-то, говорят, что скоро планета Земля войдет в контакт с пришельцами. Ну так если войдет скоро в контакт, так что вы переживаете? Я хочу рассказать о вас, какие вы добрые и хорошие, понимаете? И как бы, чтобы люди-то поняли, что вы люди-то, чтобы поняли, что вы хорошие и добрые, что гуманоид друг человека и все такое, ну, а вон там у меня, короче, это гуманоиды, и сейчас вот видеокамера-то, короче, на меня будет меня зомбировать, короче. Вы люди пока не обращайте внимания, это хули здесь передача, трансляция нахуй идет, понимаете, мозг нахуй подавляют, блядь, ну. Это видеокамера, ты сейчас смотришь ты на меня, у тебя перед тобой монитор, то есть ты видишь меня в мониторе. Я сейчас на кнопочку нажму, короче, если вы будете смотреть и мешать мне, и у тебя монитор так ёбнет, короче, и мозги могут трещину дать нахуй, череп, понимаешь, хули? Поняли, хули, не лезьте лучше, хули. Потому что Рутений-то в Челябинске-то уже был, хули. А какие там, блядь, ядерные летающие тарелки взорвались, я хуй его знает, понимаете? Мне ну нахуй не нужно, понимаете? Я хочу просто поделиться с людьми, блядь, своим мнением и мыслями, хули. Оно, как говорится, блядь, таблица Менделеева состоит, блядь, из формул, хули. Я вот хочу внести одну из них, допустим, хули, гипотезу, понимаете, Эйнштейна, блядь, у которого была шизофрения, кстати, блядь, но, и который был признанный гений, и шизофрения была у десятков гениев. Если вы шизофреники, кто сейчас со мной не согласен, хули, можете удалиться, хули, и не смотреть это видео. А кому интересно, оставайтесь, история будет интересная, хули. Вот люди замечали, допустим, а? Не, на ебануть, конечно, хули. Вообще классная штука-то, хули. Вы люди вот замечали, когда вот вы купили компьютер, да? Сидишь ты такой у монитора, короче, и чувствуешь, кто-то на тебя, короче, смотрит, ага. Как будто кто-то за тобой наблюдает. И у меня вот сразу мысли какие появились. Я такой, бля, наверное, гу ФСБ, хули, ну. И как бы сам под влиянием мониторинга-то вот этого, короче. То есть люди-то как начинают думать про спецслужбы, хули, ну. Думаешь, ага, ФСБ. И такой сидишь, такой, и тебе стыдно, такой, что ты дома сидишь. А тебя как в скайпе, как будто наблюдает такое, как бы ощущение это, короче. Ага, это было, это поначалу было, короче. Я не понимал, что это гуманоиды, я не понимал, что весь город Шадринск такой. Вот сейчас вот, к примеру, вам скажу, у меня вот, короче, на каналах, у меня каналов штук 20, короче, и на каждом из 20 каналов загружено, короче, порядком 40 видео замеченных преступлений, которые в коррупции, короче. То есть люди в законе, короче, либо врачи, либо палачи, понимаете, хотя одно и то же, по идее, это МВД, короче, там туда-сюда. И смысл-то в том, что они преступления делают, противозаконные, короче, действия. И это видео общедоступно, и в Шадринске вообще это никто ничего не видел, никто ничего не знает, короче, и тому, короче, подобное. А сейчас смотрите элементарно. ФСБ, вы меня извините, но наука не требует жертв, понимаете? Я надеюсь, что красота спасет мир. Захожу я в ФСБ. Вот меня вот на сайте никто не было, а? Меня вообще, весь Шадринск вообще утверждает, кто вот меня не знает, что вообще меня никто раньше не видел. Вот сейчас скажи это в Америке, короче, что Шадринск, тут население, в Шадринске, может быть, 1060 живет в городе, как бы, ну это по Википедии, что ли. И вот скажи Америке, что тут 60 тысяч населения, что город небольшой, и что никто его в интернете не видел, короче. Вся хохотать будет, вся Америка, вся Европа, и даже в Африке, короче, кто в там-там, короче, долбит в натуре, и у него есть ноутбук, и им будет смешно, хули.
И, короче, скажу сразу, я не понимал, что это инопланетяне. Вот смотрите, как нам вот постоянно говорят, короче, ага. Вот сейчас вот скажут, он Джеймс Бонд. Я не Джеймс Бонд, я просто умный человек, хули. Хули, чё, блядь, если я умный человек, сразу Джеймс Бонд, что ли? То есть они ебанутые, хули, они тоже зомби, хоть высшее образование, хоть не высшее, они думают по-своему, хули, обработанный мозг телевизором, хули, да. Штамповка, нахуй, хлоп-хлоп-хлоп, хули, да. И фишка-то, я думал вначале, бля, инопланетяне, короче, там это, под сейчас вот понимаю уже, ага, и нам говорят инопланетяне. Когда начинаешь говорить про Шадринск, что пиздец город, нахуй, это вообще жопа, нахуй, коррупция, блядь, душат, нахуй, людей конкретно вообще. Люди пишут и обращения к президенту, короче, а нихуя вообще не могут, по сути-то. А как так, ёбаный колхоз, блядь, но... Все, блядь, развалено, хули, но они, блядь, колхозники, хули, по идее, это, ну, сравни это с Москвой, с Францией, с Германией, хули, блядь, с Нью-Йорком, сравни, кто это, блядь, вообще колхоз, нахуй, отстой, хули, но они работают за $100, нахуй, за 200 в месяц, хули, но, а нормальный человек в США, вот, допустим, $100-то и поднимать не станет, скажет, не мое, поднимать не буду, потому что у него есть, там живут, все развито, цивилизация. И в Америке-то меня видели все, вообще каждый, хули. У кого есть компьютер, хули, понимаете? Я говорю это точно, уверенно, блядь, целенаправленно, хули, блядь, во благо человечества, чтобы ты, Шадринск, понял, что то, что ты пиздишь, короче, вообще мне в наглую, что вы не были у меня на сайте, не были, блядь, у это, не видели моего видео, не читали описание, нахуй ты, Шадринск, пиздишь, ты сам себя, блядь, сдал, хули, на. Ты сам себя, Шадрин, сдал, знаешь, чем? Очень просто, хули. То, что, блядь, найдено было на Луне, короче, блядь, оказалось, блядь, в Зауралье, хули, куда перехотели перенести столицу Родины, хули. То есть, знаете, что хотели сделать? Это типа Москва была бы, короче, в Кургане, хули, по идее это. Это Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, короче, и Курган, хули. Он не мегаполис, короче. Его хотели сделать столицей России. То есть квадрат, нахуй, заебашить. Понимаете? Квадрат. Видели кино, блядь, про мафию и черный квадрат, хули. Вот набери карте, будет цвет доллара. Зеленый, блядь, квадрат, хули. Да. Понимаете? Мы ничего не видели, и все в Шадринске, все всего боятся. Каждый боится, блядь, что-то там пернуть. Город вообще пиздец. Скажем проще, город аномальный. А сейчас откуда берется аномальная аномалия? Она берется от аппаратуры. Через монитор с тобой, блядь, разговаривают. Сейчас уже понимаю, что гуманоиды, хули. Гуманоиды из кого делаются? Гуманоиды делаются из людей, представляете, люди. Вы думали, это инопланетяне прилетают, хули. Это подопытные дети, хули. Представляете? Серьезно, вот так вот, не знающий человек, он охуеет, хули. Но... Вот не знающий человек, знает, хули. Есть такая целая плантация, короче, плантация целая, хули. И там рожают, нахуй, детей, потом и делают из них гуманоидов, хули. Им нужны вот такие, потому что виды, короче, вы гуманоиды, на меня не обижайтесь. И гуманоида подобные, короче, люди. Я, по идее, это не хочу вас обидеть, если честно. Я представляю, что с вами делают, хули. Думаете, почему гуманоиды не разговаривают вслух, а разговаривают телепатически? И смысл в чем? Это первое, запомните, телепатически разговаривают, когда идет, короче, контакт с инопланетянами, всегда временные провалы, короче. Телепатия, хули, временные провалы, короче, блядь. И другое измерение, хули. То есть летающая тарелка исчезает в другое измерение. В Шадринске это, блядь, повседневно, не повседневно, блядь, это в порядке вещей, нахуй, прикинь. То есть телепатия, временные провалы, нахуй. И вот это вот хуйбала другое измерение, хули. То есть, допустим, стоит человек, а? Ты хуякс отвернулся, хули, а? Хоп, а его нету, короче. Поняли? Так же летающая тарелка. Но есть же киборги, хули. Как вот они телепатически разговаривают? То есть как можно вообще разговаривать телепатически? Это, короче, полукибер в другом измерении, короче. Вот он, допустим, гуманоид,
Он в другом измерении. А в этом измерении, блядь, еще есть измерение, чтобы в его башку чипов насовать, чтобы он разговаривал, поняли? То есть его поймет только тот, который, блядь, и с этими чипами хули. И в итоге, короче, это, знаете, как происходит приблизительно, я сейчас объясню. Вы с детства смотрите телевизор, этот луч, вот возьми вот видеокамеру, поднеси, короче, к экрану, хули, там такое белое, хули, это только, блядь, это облако, хули, виртуальное, хули. Помните в картинке рука из телевизора, там хуе мое. Короче, телевизор, блядь, проникает нахуй тебе в подсознание, хули, вот это виртуально. Виртуально, хули, понимаете? А как это понимать виртуально? Это, блядь, в другом измерении, хули, происходит, блядь, целая операция, хули. Оно для тебя виртуально всего лишь, но на самом деле это из другого измерения, хули. Вы думаете, откуда телевизоры-то пришли? То это все, блядь, было найдено, короче, на Луне. Война с Гитлером, нахуй, из этих летающих объектов была, потому что это мировая власть. Знаете, что их заинтересовало-то? Выход отсюда. Я сейчас тебе Курганская область, нахуй, аномальная, подъебу, вообще красиво. Че, блядь, еще не улетели, хули, ну, поняли? Вот так вот, хули. На дуре, они также сейчас ищут на Марсе. До Марса не могут долететь спутники, хуютники. Короче, теряются, блядь, космонавты в космосе, хули. Это все русские, хули. Вы, бля, не представляете, на что они способны, эти, короче, этот Шадринск, это целый Ракун-Сити, нахуй. Блять, слово говорит само за себя, Ракун-Сити, сети, нахуй, понимаете? ВК, хули, буква Ша, Шадринск, Курган, ВКонтакте, нахуй. Одноклассники, рыжий поносный цвет, хули, око, хули. Возьми чертообразную Курганскую область, просто облик Курганской области. Я в Шадринске, это будет где-то вот так вот, короче, что, ну, как бы вот на карте будет вот так вот, типа, я, короче, если карта будет, как вот себя вижу, будет Шадринск находиться вот чертообразный, как глаз, короче. Откуда вся эта хуйбала, я не буду все объяснять, короче. Короче, вас обрабатывает телевизор с детства. Сейчас вот скажи всей планете, не смотрите телевизор, хули. Поняли? Это нереально, хули. Это наркотик, хули. Бесплатный наркотик, хули. Зомбировка, хули. Которая обрабатывает вас и порабощает, заставляет думать так, как им надо. Точнее, не просто зомбирует, прививая шизофрению, меняет ваше мировоззрение. И у меня магия глаз, когда я делаю съемку стоя, хули. Почему вы люди не видите, не обижайтесь. Я люблю вас, хули, если честно. Я люблю вас всех, люди, люблю, правда, хули. Но вы шизофреники половина, хули. Вы скажете, блядь, у меня нет шизофрении. Пройди, хули, видеотест онлайн. И если ты не увидишь иллюзию, то стопроцентный шизофреник. Короче, шизофреники не видят иллюзию. Но телевизионная иллюзия, она, блядь, гораздо хуже. Это ты будешь, как, короче, биологический робот, хули. Вы не представляете, чем вас, блядь, насыщает телевизор и напичкивает ваш мозг. Они нашли на Луне полный расклад, нахуй, наших тела, мозга, всю хуйню. У них от СПИДа, от всего лекарства есть, им люди нахуй не нужны. Они на них опыты ставят, хули. Допустим, вот смотрите, хули. Вылетает, хули, из-под станции Просвет, нахуй, из-под зоны, хули, общего режима, допустим, блядь, летающая тарелка из леса, допустим, 50 там между Шадринском и Курганом километров от города, 150, похуй вообще, вылетает в другом измерении, хули, подлетает, блядь, допустим, ага, блядь, в штат, хули, допустим, Колорадо или какой-нибудь там еще, блядь, но, и все думают, блядь, нихуя, американцы летающую тарелку запустили, поняли? Упала в зоне 50 летающая тарелка, скажут, блядь, он точно Джеймс, да я, блядь, умный человек, ебаный в рот, понимаете? Я не какой-то вшивый гомосексуалист, нахуй, из управления петушиной, сука, области, которые могут детей, блядь, ебать только, нахуй, и убийство покрывать, поняли? Я справедливый человек, нахуй, поняли? И могу себя назвать от Бога, потому что человек, он есть по подобию Бога, хуй. И все, короче, думают, блядь, это хули, блядь, американцы. Откуда в зоне, вы знаете, откуда у американцев-то НЛО-то хули появилось-то? А? Нашли, разбилось. Вы видели обломки? Вы не уверены, что это была посылка, нахуй, от Сталина, хули? Чтобы Россия, блядь, изначально работала с американцами?
на вот эту станцию, хули, которая находится в Заурале и окружена, блядь, этот город Шадрин, четырьмя мегаполисами, три с половиной, нахуй, понимаете, хули. И Челябинск, Екатеринбург, это атомный щит, нахуй, от Европы, хули. Тюмень, блядь, от Аляски, нахуй, там еще какая-нибудь хуйня. Это пиздец, что тут расположено. Я говорю, тут то, что с гуманоидами связано, в Шадринске, в порядке вещей. Но фишка-то в чем, нахуй, меня стали прослушивать, везде зомби-аппараты ставить, чтобы стирать память, чтобы я не смог видео-то вот такое записать, и я заебался его писать. Но я, блядь, придумал такую штуку, нажимаешь, короче, на кнопку, хули, и гуманоиду влетит, блядь, так же виртуально в то самое измерение в башку, нахуй. Можете смело на меня записать, нахуй, в другом измерении миллиард трупов, нахуй, которых я заебашил за человечество. Хули, представляете? Вот так вот, хули. Да. Ну, это, конечно же, шутка, хули. Поправочка, хули. И фишка-то в чем? Сейчас скажу вот всему. Нет, не лезьте в интернет. Без телевизора. Вот как вы думаете, вот почему вы не можете жить без телевизора? Он вас обрабатывает так, чтобы ты всю жизнь был зомби, нахуй, на. Чтобы ты всю жизнь, блядь, смотрел долбанный ящик, нахуй. А когда тебя ебали в жопу, ты говорил, блядь, телевизор-то вроде, блядь, типа не против, понимаете, хули. Это пиздец вообще. Временные пространства, провалы в Бермудском треугольнике. Я еще раз повторяю, до нас был Армагеддон. Бермудский треугольник остался, короче. Вот эта ебаная, блядь, рухлядь на Луне, которая там 5 километров, короче, блядь. Но то, что они извлекли аппаратуру-то, понимаете, русские-то полетели на Луну. И они сейчас не пускают американцев, якобы, но на самом деле в Америке, хули, там, блядь, все спецслужбы работают на Россию, хули. У них общее дело, хули, у нас одна Европа, короче, в жопе-то, хули, если честно, да. Евро там дороже всех, это все хуйня. Если разобраться, у нас проблема, короче, Россия и Америка, хули. Так и есть, боятся все Америки и России, потому что в Америке вся вот эта хуйня по летающим тарелкам и по аппаратуре, хули, откуда первые телевизоры, это вся ебань-то, короче, из России там оказалась. Они, американцы, на это купились, хули. Поняли, хули. Мы вообще, по идее, это, короче, в жопе, нахуй, в полной. То, что мы видим, уже намекают, это типа иллюзия, это не иллюзия. Это, знаете, как это в косвенной форме иллюзия. То, что мы видим на улицах и в телевизоре, что типа все хорошо, и вообще все не так, это пиздец, нахуй. Представляете, слово говорит само за себя, транс, блядь, плантация, нахуй, ёба, ну, огурцов, нахуй, ёба. Гуманоидов все больше и больше. Они, знаете, что хотят делать-то? Они вот все деньги, вот эти кризисы, хуизисы отмывают. Короче, золото пропало, все неприкосновенные запасы. А знаете, где оно все находится? У гуманоидов, хули, ёбан. Гуманоид это подопытный, блядь, ребенок, нахуй. И формула сифилиса, формула. Вот и пенициллин тоже из плесени. То есть формула, хули, смысл в чем то, что они нашли на Луне, они эту всю хуйню расшифровали и ебут мозги вообще всем, хули. Они живут, блядь, в другом измерении, нахуй, вне зоны действия, блядь, сети, поняли? Это, блядь, пиздос, нахуй. Если они дойдут еще до того и скажут вам, что у нас сейчас интернет в электричестве, я, бля, не удивлюсь, что я втыкаю просто компьютер, короче, в розетку, нахуй, ну, и у меня есть интернет, хули. Я не удивлюсь этому вообще, что Wi-Fi нахуй будет не нужен. Что мы будем ловить интернет, блядь, от лампочки, хули. Я не удивлюсь, хули. Я вообще в шоке, нахуй, понимаете? Это полный пиздец, хули. В Шадринске именно то, что паранормально, короче, в порядке вещей. Все говорят телепатически. Все немногословны, созваниваются по телефонам с друг дружкой, телепатически, то есть мысленно, говорят вообще нахуй на другие темы, ты это хуй докажешь, ни одна видеокамера этого не берет, хули. Вы думаете, почему вот такие видеокамеры, допустим, хули, звездная система, у них космос на планете самая секретная, блядь, эта тема, хули, космос. Вьют вам шизофрению, там
Хоть она квадратная, эта земля, дело не в том. То, что, короче, мы правды вообще никогда не узнаем. Вы вот знали вообще, что гуманоиды живут, хули, под землей, их создают в Курганской области? Не знали. Я недавно это понял. Я недавно это понял, что там, блядь, нихуя не трансплантация, там гуманоидальная, нахуй, ебаный в рот. База, ебаный в рот, хули. Летающие тарелки, хуё моё, думаете, почему они у русских уже были во время войны? Они могли летать, хули. Это были первые, они не могли воевать, хули, понимаете? У Гитлера тоже же были, но они же, блядь, не бомбили корабли-то, поняли? А потом после войны на севере там какой-то корабль атаковали летающие тарелки. И давай на Гитлера сваливать, хули. Поняли, хули? Там нихуя вообще, там все это Россия, нахуй, ну. Это вообще Россия, это пиздец вообще. И смысл-то в чем? Мне вот интересно, город Шадринск. Вот у вас есть люди с высшим образованием. Ну согласитесь, если вы не видите мою иллюзию, это, блядь, подобно шизофренику. Я не виноват, что вас обработал в телевизор. Я прошу прощения, если я кому-то, блядь, не понравился, понимаете? Но вы войдите в мое положение. Я с таким феноменом у вас в таком говне хуй. И главное, почему Шадринск-то вообще, мы не были на сайте, мы тебя не видели, не знаем, а сами в курсе, что, короче, записи делаю, диктофоны, хули, просмотров нету, короче, представляете, 1, 2, 3 просмотра за полгода, на самом деле миллиард, хули, но нету просмотров-то, хули, ты никому не нужен, а то, что до тебя дозвониться не могут, а тебе никто и не звонит, хули, но... Вот такую хуйню мне, короче, гонят телепатически через монитор, внушают. Вот видишь, говорит, Дональда Трампа, так это твой брат, похоже чуть-чуть, короче. Видишь, говорит, хули Путина, так это, говорит, Вова Диденко. И внушает, с ума, блядь, сводит, а потом оправдывает свои ложные диагнозы, короче, на. И, блядь, это пиздец вообще. Это, короче, ваша проблема номер один в мире, это Шадринск, короче, на. Блядь, мне не верится, если честно, что я, блядь, какой-то агент, хули. Или я какой-то бывший гуманоид, что я здесь родился. Я не знаю, кто я, если честно, я не знаю, кто я. Но как я понял, короче, в Америке меня больше знают, чем я. Потому что я в интернете, хуй. Понимаете? Это первая моя версия, хуй. А второе, это почему в Шадринске-то никто меня не видел, никто меня не слышал, хуй. Понимаете, смысл-то в чем? И все вот эти вот штучки-то, короче, телепатии, и все такие, все гуманоидальные вот эти вот устройства, они у вас у всех дома находятся, это интернет, телевизор, телефон, короче. И нету, и не было никаких пришельцев никогда, хули. То, что вам гонят хуйню, от Шадринска валят Екатеринбург, Москва, Великобритания, Америка, все дальше и дальше, потом скажут, марсиане тебе жить не дают, это все Шадринск, нахуй. Вы понимаете, я прихожу, короче, в ФСБ, мне сразу говорят, положи телефон, с ним ты не пойдешь. Вот это да, я что, доклад делаю, что ли, какой-то, или что, просто на беседу поговорить, хули. Я такой, ладно, ни о чем не говорю, меня ж никто не знает, а почему мне это сказали, хули. Я делаю запись, я бы сопротивляться пытаюсь беспределу, который идет против меня. Почему мне никто не может помочь? А вы помогли хоть кому-то, хоть когда-то, когда на него напали гуманоиды? Хоть один был случай, что этого человека, блядь, спасли, хули. А? Меня, по идее, это видят все и понимают, хули. Я даже не знаю... Вот Шадринск, вот я много раз, короче, чуть не умер, и почерк гуманоида, блядь, такой же, хули. Летчик взорвался в небе, нахуй, нашли, блядь, живого русские, хули. И все охуели, как, говорит, он выжил, мы не понимаем, самолет был уничтожен, нахуй, а он целый невредим. И я столько, то есть манипуляции, их может быть десятки вокруг меня даже сейчас, хули, в другом измерении, хули. Вот вы виртуальные, допустим, что-то видите хоть раз виртуально, вот это видеофайл, хули. А виртуальное, понимаете, это вот это пиздец, это другое измерение на самом-то деле, хули. Оно здесь виртуальное, а там оно реальное, хули. И все это с помощью аппаратуры, короче. А куда вы думаете, все деньги-то уходят с России, с Америки-то, хули? Куда, думаете, не уходят? А знаете, сколько стоит летающая тарелка одна, хули? А на чем они летают? Рутени 106 Челябинской области, хули. Из-под земли, нахуй. Откуда? Спутник упал, хули. Но маяк там. Столько добывает, блядь, этого говна. А на чем, думаете, они летают?
Понимаете, хули, что у них там за подземные объекты, а вдруг будет конец света, вдруг война, им же нужно топливо-то, хули. А вы знаете, сколько стоит плутониевая батарея, она может год нахуй, блядь, целый город нахуй, что ли, блядь, это, ну, лампочки точно будут, короче, гореть, хули. Это, блядь, сколько стоит-то, пиздец, вообще, у нас тут судят за убийство, там, 5-10 лет, 15, короче, кому-то плюнул в лицо, тебе там, арта, хуё-моё. А тут трансплантация органов, нахуй, опыт, и на людях, короче, делают русские над русскими, хули военные машины, хули Путин говорит, интернет это военная машина. Ты меня, Путин, извини, но ты нихуя не президент, хуй, ты просто кукла, хули, кукла Курганской области, города Шадринская, хули. И ты это прекрасно знаешь, хули, ебаная, все, хули. А после вот этого видео, того, до этого, а что люди-то ёбнутые, все что ли? Мы просто люди-то, мы люди. То есть согласитесь, мы люди, то есть я с вами, мы люди, мы понимаем, что мы нихуя не можем, хули, на. Если ты встанешь, нахуй, тебя либо застрелят, нахуй, либо посадят в тюрьму, нахуй. Либо пизды тебе такое дадут, что ты очнешься в реанимации. Или подсунут какую-нибудь бутылку водки, хули, но с наркотой внутри. И ты хуй докажешь, потому что сделают так, что ты ее выпьешь, нахуй, и выкинешь, хули, улику, хули. Вот так вот, хули, еще другое измерение. Вы когда-нибудь видели, чтобы вот говорили за другое измерение, там, или там гуманоиды напали на планету, все думают, что это марсиане, хули. До нас был Армагеддон, один он уже был, хули, сейчас второй, короче, будет, хули. Эта система такая, то, что они нашли, оно с этим вирусом, это искусственный, видимо, интеллект, он пожирает, короче, человечество-то убивает, нахуй, и опять потом, короче, пожирает и убивает, хули. В натуре это нашли какое-то, блядь, вселенское зло, короче, на Луне-то, хули. У меня вот такая версия, хули, ну, и, кстати, помогите мне, пожалуйста, Россия, если есть у нас еще люди-то во власти, помогите мне избавиться от коррупции, от прослушек, от беспредела, от того, что меня насилуют постоянно, хули, ну, телепатически, да виртуально, хули, аж срать хочется, это меня вообще заебало, хули, ну, понимаете, ну, и ничего не можешь сделать, хули, ну.